«Проспер». Если и существует приспособление, олицетворяющее термин «адская кухня», то это именно оно. По функциональности «Хоспер» — это сочетание угольного гриля и духового шкафа. Иногда его называют гриль-мангалом. Рабочая температура «Хоспера» — порядка 300 градусов, но благодаря изоляции его наружная часть не обжигает. Главное достоинство «Хоспера» – возможность одновременно приготовить большое количество стейков. В зависимости от размеров печи, количество порций может достигнуть сотни. Еще в «Хоспере» можно приготовить колбаски, курицу, ребрышки, рыбу и овощи. Есть у «Хоспера» недостатки. Прежде всего, это достаточно громоздкое устройство. Второй фактор – цена, которая начинается от нескольких тысяч евро. Кроме того, «Хоспер» весьма прожорлив. Чтобы поддерживать рабочую температуру на протяжении всего дня, придется израсходовать несколько мешков угля. Установка требует особых технических условий, включая наличие искрогасителя и, как следствие, множество согласований и разрешений. Поэтому на домашней кухне «Хоспер» представить трудно, его предназначение все-таки ресторанное. Более того, покупка такого устройства целесообразна для ресторанов, специализирующихся на мясе, больше известных как стейкхаусы. И далеко не каждый повар сможет приготовить в «Хоспере» приличный стейк. Считается, что на обучение уйдет от нескольких месяцев до года. А вот в опытных руках «Хоспер» способен творить чудеса. Чугунная решетка, раскаленная до красна, гарантирует идеальный рисунок на поверхности мяса. Сам стейк, благодаря эффекту копчения, приобретет легкий аромат дыма. Кроме того, «Хоспер» обеспечивает более равномерное приготовление еды, чем традиционный мангал или гриль. В результате стейк сохранит полезные свойства и правильный вкус.